В Бабо Пицца туристы с тремя детишками делятся впечатлениями, как они побывали сегодня на обзорной экскурсии. Они вчера только прилетели, сегодня на обзорную экскурсию сразу попали, сразу вот прикупили розового зайку чудесного, потому что дети его не отпустили. Зайка 67 долларов стоит, да, очень симпатичного. В зайке морда, там у меня отдельное фото. Но дети зайца взяли с собой. Взрослые немножко негодуют. В соке, просто в соке. Вот. Вы-то думали, вам покажут что, город? Да? Мы подумали, что нам покажут город, что как бы ознакомят с городом, потому что сказали, как сказали, обзорная экскурсия по городу. А что вам из обзорных мест показали? Проехали только через реку Кай. А Чамские башни, мышь камней, что-нибудь? Были, да, были, это самое, где мы были? Будда. А, вас привезли к Большому Белому Будде в пагоду Лонгшон. Да. Вы там... Потом пили кофе. Дегустировали. А, на дегустацию увезли? Лежали на кроватях, на латекс. На латекс повезли. А куда еще вас возили? Ювелирный магазин. Вы уже закупили килограмм жемчуга? Купили, да. Не килограмм, чуть поменьше. Ну, видите, вот у них это самое уже как-то... Уже не зря, да, я понимаю. Вот, зайца привезли, жемчуг привезли. Жемчуг и зайца, это самое такое. Да, это самое. Я просто в шоке до сих пор. А что вам там про почки рассказывали? Чьи почки? А, про оплату. Что принимается все, почки соседа, там золотые зубы, любые там доллары, донги, евро. То есть чем хотите, тем платите, главное, в общем, несите. А хотите, в отель принесем. Все, я поняла. Вот такая обзорная. Во сколько вы закончили? Во сколько уехали, во сколько приехали? Мы до конца не побыли. А куда же их еще-то повезли? Еще, короче, хотели повезти. Поехали. Бедные дети. А как дети это? Ну, зайца порадовал. Это вот, да, вот сейчас вот сидим, хоть как-то их развлекаем, потому что спать не спали. Это очень тяжело, конечно, было. С детьми очень тяжело. То есть вообще с детьми на обзорную экскурсию ехать сказали, не стоит? Съездите, это очень хорошо, вам понравится, детям понравится там все. Ну, а заяц понравился. Заяц понравился за 67 баксов. Я вот этого вообще не поняла. Для чего детей было тащить, вот это, тем более маленьких каких-то. Вы из какого города сами? Мы из города Нарьян-Мар. Это сколько ж вы летели? Это Ненецкий автономный округ. Сколько ж вы добирались? Бедные. Спасибо вам большое. Регион, да. Да.